спасибо, что пришли сегодня сюда, а не на квиз вон там. Научку поинтереснее квиза, в это я уверен точно. И мы многоклеточные, это хорошо, потому что мы можем сходить во вторник вечером на научно-популярную лекцию, и плохо вот по теме, которую мы сейчас обсудим. Во-первых, у меня нет конфликта интересов в этой теме, то есть я не буду вам ничего продавать, впрочем, можете мне не верить, и даже лучше, если вы мне не поверите, и потом все перепроверите сказанное. Поговорить хотел о трех вещах. Во-первых, о теме определения злокачественных опухолей, во-вторых, о теме, что не так с этими клетками, почему они такие странные, и, в-третьих, о некоторых медицинских вещах. Как вы думаете, сколько в мире заболевших может быть за год онкологическими заболеваниями? Ваши идеи. 9 миллионов. Третья часть. Это 1,2 миллиарда, да? Да. Окей, 9 миллионов, третья часть. На самом деле, я сам не знал, но вот организация, которая называется Cancer Research UK, это некоммерческая организация, собирающая информацию про заболеваемость в Великобритании, в первую очередь, во всем мире, говорит, что в 2018 году было примерно 17 миллионов пациентов с нововыявленными, скажем так, заболеваниями, злокачественными новообразованиями, примерно 10 миллионов смертей по этим причинам, не обязательно эти же пациенты, то есть это могут быть предыдущих лет, и, по крайней мере, 33% таких заболеваемостей новых, они связывают с факторами внешней среды, которые можно было попытаться предотвратить, в частности, они отмечают курение. И мы знаем, что в мире есть много проблем, которые хотят нас убить, начиная от травмы, инфекций, заканчивая сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но вот в развитых странах, когда научились делать препараты, которые там понижают эффективное артериальное давление, делают превенцию инфарктов миокардов, оказывается, что в таких странах на первую очередь вышла по смертности заболеваемость злокачественными новообразованиями. И вот Всемирная организация здравоохранения показывает такую инфографику. Называется... Получается, тут они показывают классификацию стран по преждевременной смертности, то есть до 70 лет от злокачественных новообразований. И вы видите, что потемнее вот эти синие участки, это там, где на первом месте смертность от злокачественных новообразований. То есть они эффективно, может быть, победили у себя смертность от инфарктов и инсультов, но, к сожалению, статистика показывает, что у них теперь на первом месте злокачественное новообразование, и пока что с этим не совсем понятно, что делать. В Украине тоже есть своя статистика. Например, есть канцер-регистр Украины, который собирается на базе Национального института рака. И по их публичным отчетам в 2018 году, вот они публиковали за предыдущий год цифру, 129 тысяч новых случаев было в год. Это если говорить об актуальности. И не менее интересно говорить, кроме цифр, о термине. Вы, если будете читать, вот интересный термин cancer, это я специально перевел на английском языке, а тут написано, что этот термин обозначает заболевание, при котором есть ненормальное или патологическое деление клеток без контроля, которые могут внедряться в окружающие ткани там, и так далее. Вот если взять украинские источники, вот я постарался взять самый древний, который смог найти, 1965 год, что злокачественная опухоль – это новообразование в организме человека или животного, которое имеет способность метастазировать, то есть разноситься там стоком крови. Ну, в общем-то, да, так и написано. И вот что интересно, если вы загуглите и вобьете вот это определение cancer в переводчик, вам переведет слово cancer как рак. Но вы видите, что в украинском, в общем-то, в русском языке тоже не каждая злокачественная опухоль является раком. А почему? Если посмотреть какую-нибудь методичку университета, будет написано, что... Нам включили звуковое сопровождение, что только злокачественные опухоли эпителиального происхождения являются раками. То есть раки – это злокачественная опухоль, но не каждая злокачественная опухоль – это рак, если коротко. Нормальные клетки и клетки опухоли злокачественные на самом деле очень отличаются. Обычно об этом лучше всего знают те, кто их изучают под микроскопом, то есть гистологи, морфологи. Во-первых, эти клетки большие, либо очень маленькие, то есть у них изменен размер по сравнению с обычными. Они могут располагаться хаотично в ткани, они могут терять свои контакты, свои связи между клетками и выглядеть вот так вот, как в правом столбике вы видите. У них может нарушаться то, что называется ядерно-цитоплазматический индекс, когда ядро слишком большое, например, или слишком маленькое, то есть не такое, какое у исходной клетки. И в конце концов они могут полностью терять вообще какие-то визуальные характеристики. То есть может быть непонятно, когда мы смотрим на клетку, что это была за клетка. То ли это клетка мышечной ткани когда-то была, то ли эпителия. Почему так происходит? Вот из-за этого хитрого процесса, спасибо.
Деление клеток – это необычайно сложный процесс, и если что-то в нем идет не так, например, неправильно расходятся хромосомы, или, например, какой-то ген поврежден, который отвечает за деление клетки, то может произойти что-то непоправимое, в лучшем случае клетка умрет, в худшем станет злокачественной. Поехали дальше. И закономерность, в общем, такая. Если в ткани клетки, которые делятся, эти клетки могут стать опухолевыми, и со временем могут стать злокачественными. От того же Cancer Research UK есть такая схема с органами и такие кружки. То есть они дают цифры, что чем больше кружок, тем больше у них в Соединенном Королевстве было выявлено случаев рака именно этой локализации. То есть у них вот лидирует молочная железа, кишечник, матка, потом идет почка и все остальное. Это может быть справедливо для них, но от стороны к стране это может меняться, потому что в разных популяциях разные факторы, во-первых, которые на нас влияют, во-вторых, разные случаются варианты генов. И, как я уже сказал, если ткани изделяющиеся клетки, они могут стать злокачественными. То есть злокачественные опухоли могут исходить из яичной ткани, из эпителиальной, и называться тогда раком это будет, из мышечной, либо из нервной ткани. И еще такой вопрос, откуда они берутся. Это флуоресцентная микроскопия, на ней красиво видны клетки, поэтому я вставляю почти каждую лекцию. И вот это вот синим специальным красителем псевдоподсвечено ядро клетки. Там происходит самое интересное, что нас сегодня интересует. Там находится генетический материал клетки, который говорит, эта клетка станет когда-нибудь мышечным миоцитом, или она будет нейроном, или она будет эпителиальной, или какой-то еще. И есть такая штука, как генетические варианты. Представим себе какой-нибудь очень важный ген. Например, ген, который говорит, что окей, клетке пора делиться, или пора умирать, или что-нибудь еще. Или показывает, как там утилизировать какой-то продукт, потому что в этом гене закодирован белок, который его переваривает. И с помощью современных технологий мы можем прочитать последовательность отдельных генов, ну, либо всех генов, которые нам надо. И кажется, что у двух людей, которые могут быть абсолютно здоровыми, в определенных участках этого гена могут быть некоторые отличия, так называемые однонуклеотидные замены. Вот в этих первых двух случаях такое наблюдается. А в третьем случае вообще одна из молекул пропала, зато были добавлены какие-то другие. И если сильно не повезло, может получиться так, что вот этот вариант, который человек унаследовал от родителей, либо который так называемый вариант деново, то есть формировался во время эмбрионального развития, может быть так, что он патологический. И в том числе может быть так, что он приведет к злокачественному образованию. Есть такая штука протоонкогены. Это гены, которые важны для поддержания жизни клетки и которые в основном влияют на то, когда клетка делится, как она делится, когда она умирает. Если вы молекулярный биолог, скорее всего, вы знаете самые частые из них. Вот они. И если что-то пошло не так, например, они мутировали, или регуляторы этих генов сломались, они могут стать онкогенами, то есть генами, которые будут стимулировать развитие уже злокачественной опухоли. Гены те же самые, но их продукты уже идут не в добро, а в зло, да, если упростить. И вот чтобы их подавлять, есть так называемые гены-супрессоры, которые пока не активны, протоонкогены молчат. Когда ген-супрессор позволил, протоонкоген активировался. Очень такой пример, который имеет медицинский потенциал, это ГЕР-2. ГЕР-2 – это специальный белок, который является по себе рецептором к фактору роста. Соответственно, если фактор роста к нему присоединился, клетка начинает активировать некоторые свои сигнальные системы, и в конечном итоге, если все пойдет хорошо, она поделится. Есть некоторые опухоли, например, опухоль злокачественной молочной железы, которая научилась производить очень много этого рецептора ГЕР-2. Соответственно, маленьких количеств факторов роста хватит, чтобы начать клетки делиться, потому что эта клетка, вот как в правом случае, вся ими усеяна. С нашей точки зрения это интересно, потому что мы можем сделать препарат, который будет специфичным образом влиять только на клетки, на которых, ну, в идеале много рецепторов ГЕР-2. Поэтому такие вещи для нас важны, хотя, кажется, они довольно теоретические. И есть причины внешние, почему могут сформироваться опухоли. Например, Международное агентство исследований злокачественных новообразований при Всемирной организации здравоохранения имеет свою базу канцерогенов, то есть веществ, которые могут приводить к формированию злокачественных опухолей. Они делят на несколько групп. Группа 1 – это канцерогенно для людей, ну, то есть, такой пример я привел радий. То есть, радий трогать не надо, потому что, вероятно, он приведет к тому, что клетки там неправильно поделятся или что-то будет не так. То есть, если пережить острую лучевую болезнь, то потом тоже будет приятного мало. Вторая группа – вероятно канцерогенно, например, некоторые вирусы, которые внедряются в клетки, внедряются в их геном, и если сильно не приведет, они приведут к формированию опухоли. А, например, полиомовирус клеток Меркеля вызывает некоторую опухоль кожи. Возможно, канцерогены, то есть мы вообще-то не уверены. Например, ацетальдегид, да, продукт распада спирта, соединение кобальта. И самая большая группа – это неклассифицированная. То есть мы понятия не имеем, это канцерогены или нет. Например, теобрамин, который находится в чае, рифампицин, который является антибиотиком. Мы не знаем, у нас нет данных.
И группа вероятно не канцерогенная, туда находится, входит топровоктан, из него делают неоновый нитрит. И еще один забавный факт про опухоли. Опухоль, есть такое представление, что опухоль вот она сформировалась, вот она убивает человека. На самом деле нет. В очаге опухоли постоянно происходит эволюция. Опухолевые клетки получают новые мутации. Если эти мутации закрепляются, они способны жить лучше. Например, если в опухолевом очаге сформировалась мутация в какой-то клетке, которая позволяет жить при меньшем количестве глюкозы, то есть при меньшем количестве кислорода в итоге, то эта клетка будет более устойчивой. Если все остальные погибнут, это продолжит делиться. Если ее дочерняя клетка формирует новую мутацию, которая поможет ей, то этот клуб будет еще более устойчивым. Поэтому это называется клональная эволюция, это тоже то, чем стараются бороться исследователи. Вот. И есть несколько мифов, которые сейчас мы быстро обсудим. Во-первых, миф, что никак не проверится. Не надо ждать, пока что-то пойдет не так. Есть способы провериться заранее до этого. Это называется скрининг. Когда вы, например, знаете, что в семье у какого-то человека есть случай злокачественного образования, или, например, вы случайно прошли генетическое тестирование, которое сегодня стоит все дешевле и дешевле и дешевле, и узнали, что у вас есть какие-то определенные риски, вы приходите к своему семейному врачу, и в зависимости от того, в какой стране вы живете, какой ваш возраст, пол и так далее, вы получаете программу скрининга. Допустим, раз в год, раз в полгода вы должны проходить такие исследования. Они недорогие и с большой вероятностью покажут формирование злокачественной опухоли, с которой у вас связаны риски. И вот вы получите результат. В Украине это тоже то, что производится. То есть вы придя к своему семейному врачу, в зависимости от... Это привел ссылки в картинке сайта Министерства здравоохранения. Ваш семейный врач, исходя из вашего пола, рисков и анамнеза, назначит вам то, что по большей вероятности поможет вам определить. Есть ли у вас какие-то риски к этому, нету рисков, ну, и с какой вероятностью вам стоит обращать на это внимание. Миф, что лечит один врач, что вот есть какой-то один хирург, один химиотерапевт, вот он помогает лечиться таким пациентам. На самом деле, как вы думаете, сколько врачей, в принципе, вовлечены в лечение одного пациента с качественным образованием? Могут быть. 5. Или сколько систем задействовано? Ну, то есть много, да, не один. Ладно, наверное, это не миф для этой аудитории. Есть некоторые первичные специалисты. Например, это ваш терапевт, гинеколог, педиатр, семейный врач. Если он или она заподозрили злокачественного образования у пациента, дальше направляет к клиническому онкологу, который является специалистом лечения злокачественного образования и ведения таких пациентов, такой себе терапевт для онкологических больных или там семейный врач. Соответственно, исходя из компетенции такого специалиста, исходя из медицинской потребности, он может привлекать целый спектр других специалистов, например, врачей-цитологов, патологов, которые изучают материал, специалистов лабораторной диагностики, средний и младший медицинский персонал, онкохирурги, анестезиологи, персонал радиологии, который делает лучевую терапию и диагностику, врачи-гематологи, ну и какие-то узкие специалисты, вроде неврологов, там, стоматологов, кого-то еще. Помимо этого есть целый пул вспомогательных специалистов, которые тоже могут привлекаться, например, врачи функциональной диагностики, специалисты по питанию, психологи, координаторы пациента, соцработники и так далее. То есть на самом деле это ответственность и задача не одного врача вылечить пациента. Как правило, работает целая группа врачей для того, чтобы обеспечить наилучший результат. Вот. Так что занимается этим не один врач. Есть много видов лечения, но их нужно сгруппировать. Самые древние и самые используемые, в том числе сегодня, хорошо себя запоминавшие, это хирургический метод лечения, метод лечения с помощью ионизирующего излучения и химиотерапевтический метод, в который входит очень много разных групп препаратов. Начиная от стандартной химиотерапии, которая не специфично влияет на здоровые, патологические органы и ткани, заканчивая тем, что сейчас приходят клинические испытания, например, вирусная терапия, когда создают специальные вирусы герпеса, которые имеют рецептор к определенной опухоли. И если пройдет клинические испытания, можно будет это рекомендовать людям. Разные генные инженерные и иммунологические, которые, например, в прошлом году дали Нобелевскую премию за открытие механизмов ключевых точек. То есть есть очень много разных видов, часть из них недоступна нашей стране. Часть из них недоступна пока что в принципе, потому что не прошло все стадии клинического испытания. Но очень быстро в этой сфере препарат проходит стадию от концепта до аптечной полки, и поэтому надежда у пациентов всегда есть. Ну и миф фармафия наживается, но это не совсем не миф. То есть любая компания, да, частная, она хочет заработать денег, это не секрет, в том числе фармкомпания. Но иногда нет понимания, почему препарат стоит один, там, допустим, не знаю, $10, другой $10,000. Потому что возьмем там абстрактную Big Pharma, да, заводе, который делает деньги, и отличная полка, где вы покупаете препараты. Вот от одного пункта до другого, на самом деле, есть очень много подпунктов. Сперва умные люди, где выховатых, придумывают там, что это может быть за молекула, какую проблему она решает,
на какие органы должна влиять, на какие виды заболеваний. Потом проводится целая куча доклинических испытаний, пока еще не привлекая людей. Со специальными клеточными линиями, чтобы посмотреть, как клетки на это реагируют. С разными животными, начиная от крыс, заканчивая нечеловеческими обезьянами. И только после этого всего дорогого переходит к людям. Причем есть специальные требования к клин-испытаниям. И последняя фаза клинических испытаний вообще-то включает в себя 1000 добровольцев, которые там получают это лечение. То есть это безумно дорого, и поэтому некоторые препараты, которые зарабатывают за сегодня, они в итоге стоят десятки и сотни тысяч долларов просто за счет этих клинических испытаний. С другой стороны, это наша защита. То есть это гарантия того, что плохие препараты не пройдут вот этот весь фильтр. Поэтому, грубо говоря, покупая там, не знаю, какой-то дорогой там абстрактный аспирин, да, мы платим не только за аспирин, но еще за то, чтобы компания разрабатывала новые препараты. Вот. Ну и несколько сообщений. Есть даже такой у какого-то человека есть, это не повод сдаваться в первую очередь. Всегда появляются какие-то новые возможности. Возможно, сегодня клиническое испытание, которое может помочь такому пациенту. А, к счастью, в Украине на базе института рака и на базе областных некоторых клинических больниц есть клин-испытания с участием иностранной фармкомпании, которая может привлечь пациент. И, в конце концов, даже пока мы здоровы, мы должны проходить скрининг и думать о себе. Потому что дешевле заболевание предотвратить, чем потом вылечить. Ну и если у вас есть какие-то замечания или пожелания, пишите мне. Иконки были взяты с этого сайта внизу, и можете зайти в мой блог. Вот. Все, спасибо, вопросы. Значит, вопрос, есть ли какая-то научная взаимосвязь между психологическим состоянием человека и возникновением таких заболеваний? На самом деле это очень сложный вопрос, я не могу сказать нет, потому что я не знаю, может быть есть, но это звучит в принципе не слишком научно. Когда-то открыли эпигенетические механизмы, то есть, грубо говоря, я описал очень простой пример, ген сломался, ген не работает. Есть эпигенетические механизмы, которые, допустим, ген не работает, но не потому что он сломался, а потому что специальная там молекула, метильная группа присоединилась к его определенному участку, а потом она может отсоединиться, он опять заработает. И оказалось, что эти механизмы могут работать, когда там человек курит, не курит, сколько он физической нагрузки делает, возможно, насколько сильно он стрессует, потому что стресс — это высвобождение там кортизола, норадреналина, то есть это нечто вполне такое физиологически ощутимое. И не совсем понятно, как это все работает. Возможно, какие-то моменты у каких-то пациентов к этому могут привести, но данных, которые позволяют сказать точно да, вот таких случаев пока что нет, или я их не знаю. Такой вопрос. Подключение клинического психолога. Реализовано ли оно в Украине, либо оно только на схеме, как в других странах? Значит, я взял вопрос, подключение клинического психолога реализуется ли в Украине и как с этим в других странах. На самом деле, когда я смотрел протокол на Медскейпе вот, по вовлечению специалистов в клиническую диагностику, там был медпсихолог, и я подозреваю, что в Штатах, которые, в общем-то, Медскейп, на который ориентируется, он довольно обильно участвует в ведении пациента. Мне неизвестно, чтобы на базе государственных больниц привлекался клинический психолог, но я допускаю, что могут быть какие-то прогрессивные больницы. Другой момент, что не каждому клиническому психологу может быть интересно условия, которые может предложить государственное публичное учреждение. Поэтому я бы предположил, что, наверное, где-то есть, но, по крайней мере, я не сталкивался в местах, в которых я работал. Я работал в двух местах всего общего профиля, они оба были в Киеве, там были онкологические пациенты, но там не велась работа с ними психологов. Вот так. В чем вопрос? Как однозначно отличить, клетка злокачественная или нет, чтобы не раздавать ROK, вот четко сказать, вот она злокачественная, другая нет. Ну, смотрите, используя микроскоп, практически сказать нельзя. То есть вот есть те признаки, которые я перечислил, есть очень много признаков АТП. И вот если мы наблюдаем много признаков АТП, мы делаем вывод, скорее всего, клетка злокачественная. Есть АТП молекулярная, которую мы не видим под микроскопом. Например, клетка перестала утилизировать глюкозу, она стала утилизировать белки. То есть она изменила свой механизм метаболизма, потому что там, допустим, ей больше шансов выжить, утилизируя белок. Чего обычная клетка там не делает, допустим, на такой ткани. Есть АТП клеточная. Вот то, что я показал, допустим, у клетки гиперхромное ядро, то есть накапливает слишком много красителя, а другие клетки не накапливают. Во всех случаях клеточной АТП мы ориентируемся на внутренний контроль. Например, есть срез ткани молочной железы. Скорее всего, срез не полностью злокачественного опухоли весь. Соответственно, там есть здоровый какой-то край или здоровый участок, и есть поврежденный участок. Мы сравниваем здоровую ткань и поврежденную. И мы видим, что, оказывается, там, допустим, тут эпителий протока, который в норме там ограничен четкой мембраной, он проходит внутрь соединительной ткани. И такого никогда не бывает в норме, мы это точно знаем.
Механизм покруче – это когда мы используем иммунохимию, когда есть вещи, которые мы снова-таки не видим под микроскопом. Например, окей, мы их видим, но мы их плохо видим. Например, есть некоторый стандарт, что в этой ткани происходит на одно поле зрения наблюдающего там, при определенном увеличении не больше, там, например, 5 митозов, то есть не больше 5 делящихся клеток мы видим. А есть специальный маркер, который называется Ki-67, и к нему есть антитела, которые специально свет высвобождают, и мы можем видеть, что ага, они прикрепились или нет. И вот для того, чтобы четко определить, сколько митозов есть, мы капаем эти антитела, промываем, смотрим под флуоресцентным микроскопом и видим, например, что практически все поле зрения покрыто вот этим белком Ki-67. То есть очень много клеток в процессе деления, или вот они сейчас планируют поделиться. И мы точно знаем, что в норме в этой ткани такого нет. То есть мы относим ее к злокачественности. И еще один вид атипизма тканевой, когда, допустим, ткань печени, в этом очень специфично, у печени есть специфическое строение, там есть много разных клеток, каждая из них выполняет разные функции. Если мы видим, что там какая-то гомогенная каша, и вообще непонятно, где какая структура, формируются какие-то псевдообразования, псевдодольки печени, мы понимаем, что либо тут что-то очень пошло не так, там, допустим, это там какой-то, например, цирроз с какими-то нюансами, да? Но если мы ко всему плюс к этому видим еще АТП, мы понимаем, что при циррозе АТП мы не ожидаем. То есть это все качественное образование. Вот так мы можем определить в основном, да? Вопрос был в том, что вот есть такая штука теломеры, и есть некоторый лимит, потому что теломеры у человека, они... секунда информации. Теломеры — это такие участки повторов на конце хромосом, которые позволяют при делении клетки отсечь часть хромосомы, потому что так работает процесс деления, и при этом не повредить никакой нужной информации. То есть повторы убираются, а вся значимая информация остается. И у человека эти теломеры не достраиваются. Соответственно, когда клетка там делает 50 плюс-минус делений, она умирает, ну и все, и так и должно быть. Вот. А у некоторых опухолей такого нет, и правда ли это, что это там ключевое отличие, и почему так происходит? На самом деле, теломеры, естественно, это очень больной вопрос, потому что мы не совсем понимаем, как это работает. У крыс, например, теломераза, фермент, который достраивает теломеры, очень активный, но у них бывает все равно злокачественное образование, и наоборот, клетки, которых теломеры достраиваются и потом умирают, они все еще содержат там куски повторов, то есть не до конца они истощились. Поэтому клеточная смерть и злокачественное образование не на 100% коррелируют с вопросом, теломеры достраиваются или нет. Но у многих злокачественных новообразований, по крайней мере, пока они насколько-то хоть дифференцированы у клеток их, действительно фермент теломераза может начинать активироваться. Но когда злокачественное образование мутирует настолько, что вот происходит так называемая анаплазия, то есть потеря каких-то различительных возможностей вообще различить вот эту вот кашу, что это там был когда-то нейрон или эпителиальная клетка, как правило, фермент теломераза тогда уже поврежден, потому что не важен для выживания. То есть... фермент, который, допустим, утилизирует глюкозу, он важен для выживания, поэтому у таких клеток, там, скорее всего, ферменты этой системы там будут активны. Теломераза не важна для выживания, поэтому, скорее всего, она будет мутантная, некому ее защитить и достроить при необходимости. Как-то это все связано, но как, мы не имеем понятия ни малейшего. Спасибо. Вопрос был в том, что система Всемирная организация здравоохранения добавила рейки в этом году как официальный метод лечения, почему о нем не было сказано, как о самом эффективном. Из той информации, которой владею, медицина, основанная на рейке, это уже наука, то есть она не имеет на себе публикаций, которые бы доказывали ее эффективность, поэтому я ее не включал. Если это имеет какие-то преимущества, это не включено в международные протоколы, на которые я ориентировался, поэтому я не могу обсуждать это всерьез. Вот. Такой еще посыл, если у вас будет настроение прийти домой и что-то погуглить, есть очень, на мой взгляд, интересная публикация, называется «Hallmarks of Cancer – The New Generation». То есть, и есть перевод там, ключевые признаки рака, новое поколение, где попытались в 2015 году сгруппировать абсолютно все о биологии рака, что мы знаем, чем они отличаются от нормальных клеток и тканей. Типа, что они появляются, у них возможность избегать иммунного ответа, формировать новые сосуды и так далее, и там все это очень красиво, с графиками, кто на английском может читать, читайте на английском, кто не может, ищите перевод. Вот, наверное, для понимания, чем отличаются нормальные клетки от злокачественных, лучше всего начать с этого, потому что это наиболее объемный источник. Вот. Так что спасибо, не болейте.